Глава «Химок» Дмитрий Волошин поблагодарил за работу команду, которая принимала участие в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной, Московской областной думы и Совета депутатов муниципального округа. Соратники, коллеги, однопартийцы, химчане, жители нашего округа. Я хотел сказать вам всем слова благодарности за ту работу, которую вы делали на протяжении не просто 3 дней голосования, но и вели огромную подготовку к этим выборам, которые были совсем непростыми. За большой вклад и высокий профессионализм всех, кто помогал провести выборы, наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Команда «Химок» отработала, вы знаете, просто Олимпийские игры. Да, к любым Олимпийским играм есть 4-летие подготовки. У нас было чуть меньше, но готовились все очень ответственно. И те месяцы, особенно последние дни, они показали, мне кажется, очень хороший результат. И этот результат оценили буквально все. На празднике для гостей выступил ансамбль «Патриоты России».